Здравствуйте, меня зовут Надежда, мне 49 лет, я из города Москва. Моя мама несколько лет назад сломала шейку бедра. Ее восстановление происходило на моих глазах. Моя мама была очень долгое время обездвижена и постоянно просила обезболивающее, потому что ей было настолько больно, что она не могла терпеть эту адскую боль. Меня все это напугало, поэтому я приняла решение укрепить свои кости. Я принимаю кальций каждый день. 2-3 раза в неделю я хожу на йогу в гамаках. Также важно правильное питание. В моем рационе присутствует каждый день 3 порции салата. Полностью я исключила молочные и мучные продукты. Подскажите, пожалуйста, не навредит ли моему здоровью частый прием кальция? Где золотая середина?